На кону медали и путевки в сборную Сибири. Шпажисты Омской, Тюменской, Томской, Московской и Новосибирской областей, а также Красноярского края 1 и 2 апреля выявляли сильнейших Сибирского федерального округа по фехтованию. На этом этапе подготовки к национальному чемпионату каждый фехтовальщик стремится проявить себя. И у каждого свои секреты успеха. По-особенному каких-то серьезных ритуалов у меня нет, но для меня главное хорошо побегать, размяться, чтобы прям вот быть горячим там и так далее. Ну и поскольку я уже знаю, что такое соревнование, знаю, каково это, когда ты разминаешься, готовишься, фехтуешь, то организм уже как бы включается, понимает, что происходит. Не всегда, конечно, получается включиться, но сегодня у меня в личных соревнованиях все прошло хорошо. Чемпионат России – это сложное такое мероприятие. Там выступают все члены сборной команды России. А как последний раз выступила наша сборная команда на Олимпийских играх, вы сами понимаете, что там жесточайшая конкуренция. И прогнозы делать очень сложно. У женщин победу одержала Ксения Мехит. Она в финале была сильнее омской спортсменки Дарьи Дьяшиной. Бронзовые награды получили Диана Логинова из Красноярска и Дарья Степанова из Новосибирска. В мужской шпаге поединок за первое место остался за Даниилом Рудых из Новосибирска. Он оказался сильнее мяча Дениса Степанова. Бронзовые награды завоевали омские шпажисты Николай Крикорянц и Егор Гаврилов. Победителями чемпионата Сибирского федерального округа по фехтованию на шпагах стали новосибирцы. Ну а мячи также прошли отбор в сборную округа.